Здорово. Пока Айсеки успешно сливали пятый ICL. Кровать они пытаются. Разработчики занимались релизом обновления... Сейчас надо в Steam зайти чекнуть. Обновление 23.35. В нем завезли много звуковых и визуальных мелочей, а также парочку геймплейных. Начнем с главного. Изменение геймплея и карт. Теперь он не проходит сквозь стены. Почти. Конечно, этот дым иногда немного странно распространяется по территории, но в целом вышло неплохо, мне понравилось. Серьезно изменили записки, теперь их содержимое видно прямо на модельке, что позволяет читать их на расстоянии с помощью бинокля или блуна. На всех картах что-то улучшили, изменили, но мы пройдемся только по самому важному. Добавили часы, это важно. Каждую дверь перепроверили и подкрутили максимальные углы открывания, чтобы игроки наконец перестали заталкивать себя в стены. Еще добавили много стекла там, где его раньше по каким-то причинам не было. Частицы битого стекла, кстати, изменили, теперь они не будут падать сквозь пол. И звук разбивания, в зависимости от размера стекла, теперь разный. На Риверсайде гвардам завезли новые ставни. Они перекрывают видимость, но простреливаются. Простреливаются любым оружием. Открываются и закрываются вот этими вот кнопочками. Были добавлены разрушаемые лампы около гаража и в лобби Б. Изменили плотность и расположение кустов в саду. Теперь прятаться в них стало проще. На обычном клифсайде ничего особенного. Где-то терминал чуть подвинули, где-то слип-зоны подкрутили. Но вот всеми забытый клифсайд рейд изменили сильно. Переместили кейсы так, что добраться до них стало сложнее, и добавили вторую точку выхода. Когда увидите ее, я думаю, удивитесь. На Маунтинсайде в основном только визуальные изменения и парочка передвинутых объектов. Самой интересной частью обновления для меня стали звуки. Добавили очень много новых звуков. Доставание разных типов оружия, гаджетов, звуки лута разных предметов, их активации, звуки переключения режимов стрельбы, гранат, гильз. А звук взлома терминала я вообще оцениваю на 12 из 10. Немножко подкрутили громкость звука ходьбы в броне, сделали ее на 15% тише. Ну, еще есть какие-то изменения в мапмейкере, но это сложно. Те, кому интересно, сами разберутся, открыв полный список изменений в описании. Ну а по поводу нашей группы, Дискорда, Телеграма, вы и так все знаете. Не буду ничего говорить, лишь пожелаю удачи и все.